Всем привет, ребят. Решил записать вам видосик еще один. Потестировать, показать именно с бастом такого бухимена. Я вам показывал уже с порочным пактом, со священным огнем. Можете поискать на аккаунте. Я с Китайки записал эти видосы и решил вот такую вот сборку сделать именно с бастом. На урон у меня тут доспех по снаряге. Кто смотрел, уже видел, уклонение стоит, плюс крит сопротивления. Поехали, посмотрим, что он именно в такой сборке будет сейчас нам выдавать. Герой действительно очень-очень кайфовый. Так, ну что тут у нас стрелок? Против Рэя, конечно, приемов никаких нет. Но сейчас вы видите урон. Единственное, конечно, если он зарядится, успеет. Вот 420 тысяч. Просто вот так вот. Вот так вот, ребят. Так, ну слили. Слили, да и слили. Поехали дальше тестить. То есть в нем сейчас крита нет. Так, юнита ударил. Вот Фрея, смотрите, 347 тысяч Фрея зафигачило. Это просто жесть. Ну сейчас мы, может, успеем обратку. Нет, юниты есть. Против юнитов. Видите, он изначально бьет юнита, хотя написано, что рандомно. Но это далеко не так. Так, ну что, мы найдем расту без Фреи? Хотя бы одну. И тут Фрея есть. Так, огник, стрелок. Так, походу надо убирать. Вот смотрите. Что у нас осталось с героев там? Он просто бешено бьет. Так, смотрим на стрелка. 240 по стрелку. Это при том, что стрелок у нас под дефом был. Как видите, урона в такой сборке, конечно, дофига. Ну, единственный минус, он убивается очень быстро. Так, вот отлично. Поехали. Смотрим. Вот так вот, минуснул. Офигенно, причем минусует. Это мне нравится. Так, хорошо, поехали в арену. Не в она. На арену мы не можем бегать, поехали на экспедицию. Так, где тут он? Вот он. Тут, кстати, будет сейчас явно видно, какой у него урон. Так, это ударил смотритель. А вот он ударил, сразу же всех ушатал. Но это пока у нас первая эволюция. Сейчас мы быстренько дальше пройдем. Так, и давайте еще уберем. Так, отлично. Смотрим. Чем такая сборка хороша? Добавляет жизни урон. Ну, 200, ну, урона я вам говорю, что вы сами, в принципе, видите. Посмотрите, какой урон проходит. Это просто жесть. Офигенно. Просто офигенно. В экспедиции такой урон выдавать. Это круто. Так. Вот так вот. Одним махом. Давай еще заходим. Ну все, у нас остался там, по сути, стрелок. Сейчас, если стрелка ушатает, он, по идее, остальных должен завалить. Ну. Добьет, не добьет, как думаете? Чуть-чуть. Не хватает урона на стрелка. Ну ничего, он резнулся, восьмая жива. Давай, давай, давай. Не дает. 145к. Ну, в принципе, 50% есть. То есть по урону, блин, ну очень круто он смотрится. Не знаю, почему такой у него бешеный урон. Но, судя по тому, что я вижу, это, конечно, круто все.
И он, кстати, будет очень хорошо помогать в древнем испытании. Так, окей. Поехали. На арену у нас еще закрыто, да? До 10. Давайте в забытое его тестанем. Давайте изначально именно в такой сборочке. Убрую отсюда рогатку. Так, давайте против этих. Не будет у нас сейчас ремки. Вот хранитель есть. Просто жесть. Конечно, можно было ему еще и победный выпад поставить, плюс 25% урона, там, конечно, будет вообще жестко. Но тут 25% жизни, и мне, в принципе, этого хватает вполне. Так, смотрим Фрея. Ну, тут Фрея против Фрея ничего не сделал. Посмотрите, как он офигенный герой вытащил всех. Осталась только одна Фрейка. Думаю, он офигенно будет заходить на PvP-локациях. Ремка плюс там порочный пакт. Сразу же автопрок. Плюс у него живо, ему не страшна отражалка. Думаю, это будет именно оно. Так, отлично. Поехали дальше. Так, ну давайте обновим, кто тут у нас есть. Давайте с выражаем, вот на этого нападем. В общем, герой офигенно, просто 6, что он делает. Оп, и фул хп резнулся. Посмотрите, там череп. Ну, конечно, череп сейчас нас ушатает. Ну, один против пяти. Со священным огнем мне, честно говоря, он больше нравился. Но не знаю, и бас тоже неплохо смотрится. Жизни хватает. Рея, даже если ударит, будет его сливать, у него ожива восьмая. Жизни дофига Фрея за один заход не сольет. Давайте какой-то Мухтар. Давайте сейчас немножко по-другому сделаем. Поставим сюда рогатку еще дополнительно. Интересно. Ай-яй-яй-яй, тут, наверное, нас сейчас... Да, нас тут, к сожалению, без вариантов. Интересно, может его протестировать с новым талантиком, попробовать в роли даже того же самого огня, в роли танка смысла нет. Хотя там восьмая жива, 3,5 секунды, ресница опять. Надо будет потестить, кстати, новый талантик, как после реса он смотрится. Так. Ну что тут такое интересное, нету противника, видите? Давайте против Ронина еще. А, и рогатку забыл брать. Жалко. Вот он, рогатка. Героя просто нет. Там Ронин остался, и Ронина тоже убили. У них доспехи стоят, Ронин появляется, доспехом сливает. Ну, в общем, героя будем дальше тестировать однозначно в лабиринт. В лабиринте покажу вам его, и на атаке фортов еще он будет тест. Так, хорошо, с этим решили. Еще у нас не открылось. Поехали. Так. Куда? Давайте на подземке посмотрим. Мне интересно, как он сейчас будет тут дамажить. В принципе, жизнь. Ну, просто супер. Смотрим, какой будет урон. Сможет ли он их всех вынести? Я вам показывал уже на этом, на китайке. Вот смотрите, там в районе ляма. У него, правда, сейчас тут крита нет. Вот это единственное то, что... Ну, он относится к критовой фракции. В принципе, критовать-то должен. Там лям 800 вылетело. Или это мне показалось? Не станется, вот что самое интересное. Сейчас он добьет юнитов.
Так, ну сейчас будет мест бить, будет видно сразу же его урон. Так, 2 миллиона, по-моему, было обычным ударом. 2,5. Тут прилично бьет. 2,3, да, в районе 2. Еще можно 3, он 3. 4. Ну, неплохой урон. Это, кстати, мясо сейчас его в такой сборке уже не сольет. Доспех по 50, по 200 тысяч доспех выбивает. Ну все. В принципе, тут он затащил. Так. Ну-ка, давайте еще тестанем. Древнее испытание уже. На 38 перешел. Покажу вам его. Попозже выложу. Вот тут, кстати, тоже критовая фракция против зеленой. Очень офигенно заходит. Надо будет, конечно, состав питомцев пораставлять. Талантики можно будет пройти. А тут 38, но в принципе не очень тяжелая. Ну, то есть герой именно под древнее тоже будет офигенно, как и Анубис, заходить. Ну, как видите, надо немножко будет с талантиками поиграться, с рунами. Ну, можно будет пройти. То есть осталось там не так уж и много их. Так. Че, поехали на арену. Создать команду. Вот он, сохранить. Так. Лоп. И все. Там у нас остался стрелок. Ну, стрелок ему не помеха. Медленно, конечно. Да. Так, есть. Трусковец. Ну, поехали. Проверим. Нет, тут. Тут тоже, думаю. Жестко, конечно. Так, ну что, ворожай, смотрим, сможет ли ворожай что-то сделать. Ну, я думаю, тут ворожай ему. Нереально ворожай выстоять против такого урона. Надо будет, единственное, если будет выпад плюс 25%, надо будет подтестить, поставить тоже. Посмотреть на максимальный уже урон, который у него будет. И, в принципе, он мне нужен будет для древних. Ну а так с бастом мне тоже нравится, в принципе, неплохо. Самое основное то, что он на подражалку от хранителя, он не будет сливаться, вот это плюс. Надо будет потестить против Атланта. Ну посмотрите, хранитель просто отдыхает. Так, а ну-ка, у нас древние есть. Ой, не древний, а лабиринт. Ой, отлично, лабиринт даже есть. Просто отлично. Поехали. Если не ошибаюсь, показывал вам. У меня был сливался, но этот, посмотрите, что делает. Говорит, просто до свидания. Того сливали, а этого нереально, просто слить даже без вопросов. Конечно, то что 5 целей, но думаю, на 12 мы, наверное, еще пару целей добавят однозначно, потому что это должна быть имба. Вот против нас уже нормальный игрок, и тут, конечно, без вариантов. Окей, создать команду. Убираем. Ставим Махатму первый. Там, конечно, тоже Махатма есть, но хотя бы попробую.
Вот они вдвоем. Ну чё, ребят, чё скажете теперь на это? Смотрите, как они выдержали. Единственное, Фрея, вот против Фрея. Ну, сейчас еще попробуем, может, еще попадется кто-то. Не, это... В принципе, если бы не Фрея, я думаю, они бы шатали. А ну-ка, вернемся обратно. Ну, тут, да, тут Фрея очень много дамага наносит. Но... Смотрите, что они делают. Блин, жесть. Просто жесть, ребят. Дас видос. Бигфут тут, думаю, не особо сможет. Ну, он, возможно, он и не убьет, и я не смогу убить, но... Посмотрите, что делают. Они просто вдвоем вынесли пачку в 9 героев. Даже Фрея слилась. Да, вот так вот. Так, ну в принципе все. То есть уже дальше посмотрим, я еще покажу вам некоторые нюансы этого героя, но, блин, герой действительно достойный. Он будет офигенно помогать. Как и в PvP локациях, так и в PvE локациях, на волнах, так как он автопрокер. Ставите сюда воодушевление. Седьмое, ну я, это я так говорю, седьмое, у вас, конечно, у их даже пятого нету, но образно можно поставить, даже если будет у кого-то воодушевление. Ну поехали, какую там волну пришествия, а давайте, ну вот, конечно, сам тут особо ничего не затащит, но хотя бы попробуем. Он юнитов сейчас будет бить в первую очередь. Вот, вот что самое плохое. Вот Атлант есть, об Атланта, видите. Пофиг, вообще абсолютно пофиг. Да, видите, юнитов. У нас здание сейчас разобьют. Ну, думаю, без проблем бы. Давайте попробуем волну Т хотя бы. Просто много юнитов, он не успевает их бить. Вот это единственный минус. Ну, а так ему, в принципе, все пофиг. Так, Атлант, до свидания. Ой, сейчас хорошо зашли, конечно, если успеет. Есть. Ну, дальше, думаю, драконы уже вряд ли зайдут отсюда. Да, там без вариантов. Там они сейчас просто развалят все здания. В общем, вот так вот. Я, в принципе, вам не буду показывать. Уже показывал это все. Такой вот герой. Жизни дофига. Урона дофига. Восьмая жива, ну что еще надо, автопрокер, дальник, об отражалку не убивается, что-то новое, кстати. Вот так вот, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.